Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Завтрак в городе Че». С вами я, Олеся Стародуб. И сегодня мы приготовим не совсем сладкий плов. Все знают сладкий плов. Это рис, орешки, изюм, сухофрукты, мед, сахар. Сегодня мы приготовим сладкий плов из гречневой крупы. Вообще, гречка со сладким вкусом – это совершенно, наверное, необычно для многих из нас. Но я любила кушать на завтрак гречку с сахаром. Так готовила моя мама. И до сих пор мама так любит готовить. Ну, точнее, готовить гречку и посыпать сахаром. Сегодня мы чуть-чуть усложним данный рецепт. Мы сегодня добавим орехи, изюм, добавим мед, можно добавить сахар и прогреем все это хорошенечко в сковородке. Для начала я добавлю небольшое количество масла, можно использовать сливочное масло, я добавлю подсолнечное, отправляю изюм и орехи в сковородку, хорошенько прогреваю на сковородке изюм и орехи. Вот она гречка, та, которая была вчера на ужин. Осталось совсем чуть-чуть, выкидывать все-таки жалко. Завтрак – это прекрасный такой момент, прекрасная возможность дать вторую жизнь нашим продуктам и сэкономить тем самым денежки, с трудом заработанные нами. Теперь смотрим, обжаривается потихонечку орешки. Изюм должен просто немножко прогреться, он должен стать мягким. Можно немножечко добавить даже воды и немного пропарить. Можно заранее залить изюм водой и дать ему раскрыться. Теперь я выкладываю небольшое количество сахара. Это как раз та сладкая основа для нашей гречки. Дадим раствориться сахару. Чуть-чуть уменьшу огонь. Все, сахар практически растворился. И отправляю гречку. Все хорошенько перемешиваю. Оставляю на несколько минут сковородки под крышечкой на маленьком огне. И можно будет выкладывать на тарелочку наш вкусный сладкий завтрак. Итак, можно выкладывать завтрак в тарелку. Выкладываю вот такую глубокую тарелку, сверху выложу небольшое количество меда, и все, на этом блюдо наше готово. Очень быстрый завтрак, очень полезный, все знают о пользе гречневой крупы. Необычный рецепт, необычный сладкий рецепт гречневой крупы. Я уверена, вам понравится. Обязательно повторите, порадуйте своих близких, родных. Желаю приятного аппетита и хорошего дня!